Друзья, вы пишете в паблик и задаете вопросы, для чего создаются резервы и куда они потом тратятся. Речь идет о фонде национального благосостояния, куда отчислялись денежные средства за счет высокой цены на нефть. Вот сегодня конкретный пример, для чего эти средства нужны и почему правильно было формировать федеральный фонд национального благосостояния для того, чтобы в сложный период времени его использовать. Саратовская область с 1 января по 4 мая снизила объемы экономики, и это обернулось тем, что порядка 13% недополучено средств в бюджет. Сумма составляет немногим более 3 миллиардов 700 миллионов рублей. Эти средства будут через поддержку федерального бюджета возмещаться, компенсироваться. Регион будет получать дополнительную помощь. В рамках первого транша из 100 миллиардов, которые сейчас распределены, область получит 2 миллиарда 207 миллионов для того, чтобы своевременно выплачивать заработную плату, выполнять социальные обязательства. Это все позволяет как раз то решение, которое было ранее принято, с тем, чтобы формировался фонд резервный, если так можно назвать, подушка безопасности. И сегодня эти деньги используются для того, чтобы в регионах Российской Федерации, где происходит снижение темпов роста экономики, где недополучаются денежные средства в бюджет, им оказывать денежную помощь. В ходе уже второго транша еще дополнительно будут выделяться денежные средства с тем, чтобы выйти на тот уровень финансирования, который бы позволил бюджету Саратовской области выполнить те обязательства, которые ранее планировались. Вот такую задачу мы перед собой ставим и надеюсь, что при решении вопроса выделение средств второго транша. Также вас проинформирую о том, как эти вопросы решаются по поддержке нашего региона. Спасибо.